Я тут подумал, на моем канале обзоры только на парней. И выходит, что я, ну, обзорщик мужчин. И это не очень приятно осознавать, будучи неурологом. Потому на обзоре сегодня дама. Весьма состоятельная. Помните, которая брала интервью у мамкиных бизнесменов из ВКонтакте? Но продаешь ты так, на такие суммы, как никто другой. То есть я еще никого не знаю, кто зарабатывает такие деньги с такой аудиторией. Да. И ты делаешь продажи, как не делают продажи люди, у которых 30 тысяч подписчиков. Да. В условиях нынешних реалий, когда мамкины бизнесмены неоднократно подвергаются гонениям со стороны общественности, они просто вынуждены брать интервью у самих себя и самим же себя расхваливать. Да, это низко. Да, подло. Но кто-то должен это делать. Привет, я Настя Руссо, мне 18 лет, из 15 лет я занимаюсь бизнесом. А по кубику в детстве ничего не продавала случайно? Вот он ходит, разговаривает по детскому кубику и что-то продает. А, ну да, это уже занято. На данный момент мой доход составляет 400 тысяч рублей ежемесячно. А это квартира, в которой я жила в Кирове. Боюсь представить, что там была за разруха. А спала-то хоть на кровати? И я спала прямо на полу. Это, наверное, закон природы, что молодым бизнесменам судьбой уготовано страдать в промежуток с 13 по 15 лет. Период называется «мамкин мученик». Таким образом, они закаляют волю к деньгам и уже в 18 лет могут смело себе позволить арендовать квартиру на сутки для съемочной группы Первого канала. Это моя квартира, которую я снимаю в центре Питера за 105 тысяч рублей. Это наше рабочее место. Здесь мы с ребятами общаемся с клиентами и выполняем задачи по бизнесу. Здесь у нас с ребятами происходит мозговой штурм. Вместо школы и универа мы устраиваем себе саморазвитие и разбираем все наши цели. Замечать уже нотки инфо-цыганства. Какая-то непонятная квартира с обязательным озвучиванием ценника, рабочие места, доска с целями вместо задач. Это точно не офис, а то у нас тут был один. Это наш офис, тут есть даже своя спальня, здесь у нас еще одна ванная. Вы обратили внимание на их цели на доске? Цель к 1 января. 1 миллион рублей ровно. Первое, видео открытки 400 тысяч вот прям поднимут. Ну а может 800, я хрен знает, вопрос короче. Пряники 300 тысяч, вот ну тут 100%. Ну и успешный блог, тут вообще черт ногу сломит, но по итогу вроде 70к. Итого 870к. Вы что, там даже на доске не можете свои цели закрыть? Или у вас вся надежда, что пряники за 800 штук уйдут? Не получается. Слушай, давай просто на пряники еще 400 штук накинем и даже больше будет. О, давай. Первый канал крайне избирательно подходит к выбору миллионеров на свое шоу. Обязательным пунктом является наличие паблика ВКонтакте про успех, и Анастасия в этом плане не исключение. Ее группа называется «Возраст не имеет значения». Я люблю эту страну. В ней она делится различными фотографиями денег, дорогих машин, а также оставляет пасхалки с формулами успеха. Ну и, конечно, продает вход в некий секретный клуб с тайными схемами заработка из Гугла за 7000 рублей. И я думаю, если разрешить на государственном уровне парковку на инвалидных местах для членов секретного клуба, народ это воспримет с пониманием. На инвалидном месте, а где знак? Ты что? Так это участник секретного клуба Анастасии Руссо. А, ну тогда ладно. Также Анастасия регулярно проводит вебинары и записывает обучающие видео по холодным звонкам. Это звонок, которого ваш потенциальный клиент не ждет. И без предварительной подготовки шансы установить с ним контакт очень низкие. Ой, Вася, привет, меня Захват Прогибов зовут. Мы с тобой не знакомы, но я чемпион по борьбе, поэтому лучше нам с тобой не знакомиться. А что ты сказал мне? Что ты на меня сказал? Сейчас мы пойдем готовить мощный, сочный стейк, который... Меня. Алло! Алло! Да, говори! Здравствуйте, а вы декоратор? А ты кому вообще сейчас звонишь? Ну, я знаю, что вы декоратор, я имею в виду декоратор праздников. Ты кто такая? Я из кондитерской компании, меня Анастасия зовут, мы с декораторами как раз сейчас созваниваемся. Слушай, ну созваниваемся со своими декораторами, ты чего сюда мне звонишь? Ну, я знаю, что вы декоратор, как мы вообще работаем? То есть у вас кто-то оставил заявку, мы созваниваемся с этим человеком, и с каждой продажи декоратор получает процент. Слушай, у меня времени сейчас с тобой. Ой, я тут этими декораторами заниматься. Ты с чего взяла, что я декоратор? Я похож на декоратора? Нет, ты мне скажи, я похож на декоратора? Тебя в какую сторону послать? В задницу? Или... Да, конечно, это можно делать в две стороны, потому что, по сути, те, кто у нас сладкие стол... Пранкеры, бля. Надо было, конечно, дожимать сейчас. Надо было говорить, что у меня тоже там времени нет. Блин, херово. Продолжим, пожалуй, в помещении, друзья. Что делать, если напал осенний хандра? Правильно, гнать его прочь. Вот,
стейкмастер Редмонд то, что доктор прописал. Стейкмастер Редмонд. Сразу три в одном, представляешь? Гриль, барбекю и духовка. Не забываем про коллективное лечение. Зовем друзей на стейки и барбекю. Не паримся, стейкмастер сам нагреется до 240 градусов, сам определит толщину куска и сам установит время жарки и температуру. Нам остается выбрать только одну из семи программ. Стейкмастер сам выключится, когда будет готово, а на антипригарном покрытии точно ничего не подгорит. Ой, ловите скидочку 25% на стейкмастер Redmond по ссылке в описании. Это внизу. В свои 18 лет я посетила более чем 30 стран. Брендовая одежда, техника, планшеты. В общем, все, что хочу себе позволить, я ни в чем себе не отказываю. Я еще ни разу не встречал миллионера с Первого канала, который хоть в чем-то себе отказывал. Для них даже в метро нужно отдельное кресло установить с табличкой «Миллионер с Первого канала». Но, конечно же, так было не всегда. И свою дорогу к беззаботной жизни Анастасия начала еще в 13 лет. Зарабатывала деньги тем, что раздавала листовки или работала продавцом. На всякий случай она озвучила сразу две стартовые точки, потому что в зависимости от истории успеха они разнятся. Но дальше все становится еще интереснее. Я пришла к своим одноклассникам и сказала, что у меня есть работа. Какую работу ты листовки раздавать, нет? Да, я просто отдавала им свою работу и брала за это процент. Она стала посредником между одноклассниками и хозяином листовок. И вот вам не кажется, что схема немножко с расчетом на даунов? Просто я представляю, подходит ко мне, значит, самая мутная одноклассница и говорит: «Слушай, я тут листовщице устроилась. Не хочешь на меня поработать? Суть такая. Ты работаешь вместо меня, а прибыль делим 50 на 50. Даже не представляю, чем бы я мог заслужить такую честь. Родители тоже заподозрили что-то неладное со своей дочкой и в срочном порядке приняли меры. А в 15 лет меня выгнали из дома, и тогда начался реальный опыт в бизнесе. Наверное, ее выгнали со словами: будешь знать, как на одноклассниках навариваться. Но это, как и любого мамкиного миллионера из ВКонтакте, ее только раз задорило, и Анастасия, будучи бездомной, открывает новый бизнес по тому же принципу. 15 лет я начала заниматься тортами. Я нашла просто кондитеров по принципу листовок, предложила им, что я привожу клиентов, они мне делают продукт, и мы делим все 50 на 50. 50 на 50? Да. Так вы акула. Я правильно понял, что принципом листовок Анастасия заменяет слово на ебалово. Просто она дерет конские проценты за банальное посредничество. Вообще не представляю, кто на это мог согласиться. Принцип, что ли, такой магический? Думаю, трансформатору в следующий раз нужно, когда его разоблачат, прям сразу ответку пилить, мол, ребятки, я ни в чем не виноват, это просто принцип листовок такой. Там работает сложная маматричная структура. Вы акула, обычно за посреднические берут, ну, 20 там максимум, да. Ну, 20 это кто берет? Обычные предприниматели. Так а у Настиного папы своя кондитерская, Крендельсон. Наверное, просто совпадение. Скажите мне, пожалуйста, а сейчас-то у вас какой бизнес? А на данный момент у меня несколько бизнесов. В основном это недвижимость и сезонный бизнес. Представляете, у ее мамы тоже бизнес по недвижимости. Бывают же совпадения. У папы кондитерская, у мамы, значит, недвижимость. Дочка-то тем же самым занимается, а они, наверное, не в курсе. Они еще только когда ее из дома выгнали, так вот до сих пор и не состыкуются никак. У меня мама недвижимостью занимается, и у нее есть объекты торговые. Сдает в аренду или продает. Ну вы знаете, все эти дети-миллионеры с Первого канала всего достигатели сами. Я хочу сказать, чтобы достигать свои цели, не нужно иметь богатых родителей. Нужно просто быть верной своей мечте. В 16 лет, будучи бездомной бизнес-вумен, Анастасия зарабатывает первые 100 тысяч рублей на тортиках и понимает, что школа только тянет ее на дно, и нормально развиваться ей помогут исключительно бизнес-тренинги. У меня раньше с отцом были плохие отношения, даже они были неплохие, их не было, но со временем мы, я не знаю от чего, но мы стали лучше общаться, и у меня результат, ну, как бы вверх пошел. В прошлом месяце я получила инвестиции 600 тысяч рублей на масштабирование. Нет, ну это точно не папа деньги дал, он же ее из дома выгнал, он не мог. Скорее всего, просто кто-то узнал, что Настя занимается посредничеством под тортиком и решил поскорее валить в нее кучу бабла, пока это не сделал кто-то другой. Но все же знают, что лучшее применение 600 тысячам рублей – это инвестиции в 17-летнюю девочку. Брендовая одежда, техника, часы, телефоны, планшеты. На бизнес молодости Петя Осипов совместно с великим магнатом
магнатом Артуром Тихоновым установили для Настеньки план капкан, по которому та обязана перебраться из родного Кирова в Москву и начать стричь капусту в столице. И давай задачу тебе в Москве сделать за полтора месяца, сделай от 100. Угу. Или сколько, нормально же? Она так и сделала, но в Москве без связи родителей ей не удалось возвести свою посредническую империю. И Настя вплотную занялась самопиаром и, соответственно, инфобизом. Я совершенно случайно попала на разбор к Петру Осипу. С тех пор я переехала в Москву, стала зарабатывать совершенно другие деньги, попала в РБК, на Первый канал. Каждый день я радую подписчиков пользой и инсайтами. Переходи, подписывайся и получай огненный контент. Но в группе все примерно так же, как и у всех долларовых триллионеров из ВКонтакте. Продажа вебинаров, обучающие марафоны, ну и все в этом духе. Привет, меня зовут Эвелина. Я участница второго марафона Насти Руссо. И мой главный инсайт – следуй своим ценностям. Безусловно, полезный инсайт. Думаю, без Анастасии она ни за что бы не догадалась. Также Настя продает франшизу по пряникам за 30 тысяч рублей. И это крайне иронично, если учесть, что ее бизнес в данной тематике без мам и пап провалился. Но зато есть целых 2 восторженных отзыва от людей, рискнувших уплатить 30 тысяч рублей за воздух. И какое совпадение! Эти ребята тоже ведут свои мотивационные блоги ВКонтакте. Меня не остановите, метод Соломонова. А по прошлым видео мы знаем степень неподкупности Анастасии как интервьюера, что дает нам право с уверенностью полагать, что восторженные отзывы являются не более чем фейком. Далее по списку идет самая главная статья доходов всех этих бизнесменов. А именно закрытка «Тайный клуб для миллионеров за 7000 рублей». Кейсы там крайне актуальные. Например, как зарабатывать по 3000 рублей в день на прочистке труб. Я было уже собрался завязывать со своим блогом и скорее бежать трубы прочищать. Но, к моему сожалению, этот кейс уже давным-давно устарел, потому что он прямиком из 2014 года. Но история успеха красивая, конечно. Выгнали из дома, спала на полу, оказалась на самом дне, но поднялась. И вот уже Первый канал про нее целую передачу снимает. Ну а по факту же очередная мамкина миллионерша, которая обучает нас бизнесу, но себя что-то никак не обучит. Наверное, продавать закрытки, вебинары и франшизы все же выгоднее, чем прочищать трубы. Друзья, огромная просьба помочь мне с распространением этого ролика. Просто нажмите кнопку «Поделиться» и разместите его в любой своей соцсети. Также пишите свое мнение в комментариях по поводу Анастасии Руссо и ее честном жизненном пути. Правда? Живите по правде! Все. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока.